В понедельник, 11 декабря, в администрации района состоялось еженедельное планерное совещание. Начало встречи было приятным и праздничным. Некоторым членам участковых избирательных комиссий района были вручены почетные грамоты и благодарности Центральной избирательной комиссии России и Республики Адыгея. Глава района лично вручал эти награды, подчеркивая важность их деятельности. Отметила Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 30-летие. Образование Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В связи с этим и за многолетнюю работу в органах избирательной системы наши члены избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии получили поощрение. 3 человека Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 6 человек Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея. В районе у нас 22 участковые избирательные комиссии и территориальная комиссия в составе 8 человек. А в 22 избирательных участках принимает участие 177 человек, членов участковых избирательных комиссий. Поощрение от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в связи с 30-летием избирательной системы Российской Федерации за успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний объявить благодарность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Хубаву Рустаму Виссарионовичу, секретарю Центральной избирательной комиссии Хубаву за успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний поощрить благодарственным письмом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Афашаговой Замират Тагировне, председателю Центральной избирательной комиссии избирательного участка номер 1. За успешную работу по подготовке и проведению избирательной кампании объявить благодарность председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Джугунова Эйди Юрьевне. Поощрение от Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея в связи с 30-летием избирательной системы Российской Федерации, учитывая многолетнюю добросовестную работу по подготовке и проведению выборов на территории Республики Адыгея, наградить почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея Бучко Светлану Анатольевну. Нажару Зару Каплановну, члена территориальной избирательной комиссии Ашхабы Салавовича. Награждаю почетной грамотой. Объявить благодарность Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея Дзибовой Дахаос Бекмурзовне, секретарю участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 44 аула Кашхаба. Объявить благодарность Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея Рудас Вере Анатольевне, секретарю участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 41 Асулька Дружба. Объявить благодарность Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея Сергеенко Галине Владимировне, секретарю участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 50 Виктора Георгиевича. Объявить благодарность Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея Хакуновой Фатиме Руслановне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 42 Алгоби Чипси. На этом приятные моменты не закончились. Заур Хамирзов поздравил победителя республиканского конкурса в номинации «Лучший паблик органов местного самоуправления», ответственную за ведением социальных сетей района Итери Чембухову. После торжественной церемонии награждения участники совещания приступили к рассмотрению вопросов. В повестке было затронуто много важных и актуальных тем, и каждый из заместителей главы района, а также начальники отделов представили свои доклады о проделанной работе за прошедшую неделю. Сотрудники делились информацией о достигнутых результатах, представляли статистические данные и проводили анализ текущего состояния дел.